Жители Ирана готовятся к празднику персидского Нового года Навруз. Покупатели заполнили рынки Тегерана. Они приобретают сладости, сухофрукты и другие товары для праздничного стола. Он включает 7 компонентов, начинающиеся на звук «син». Это хлебная выпечка, яблоки, чеснок, кустик сумаха, уксус, ростки пшеницы или чечевицы, ягоды, облепихи. Помимо блюд, главным украшением за столом считаются живые золотые рыбки. Они символизируют вечную жизнь. Новый год в Иране традиционно празднуют 13 дней. На это время детей освобождают от занятий, люди ходят друг к другу в гости. Отмечу, Навруз включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.